Рви его, рви! Бой начался с жестким противостоянием. Активная попытка к городку. Жесткий клин. Выкинь его, Тёма! И все это в лучах заходящего солнца. Тёма, давай! Рано еще, подожди! Пускай бьют, давай, Тёмыч! Гоуфмаршал разводит бойцов. Давай, Тём! Бой продолжен! Сходу! Бей его! Хороший удар щитом. Красавец, давай! Руби его! У обоих бойцов пальшионы и овальные торчи. Давай, Тёма! Блин, я держал этот удар в голову! Держи ты! Активный жесткий обмен ударами, постоянно бой переходит в клинч. Он запутался, Тёма, бей его! Тёма, Тёма, давай! Отруби ему ногу! Да воткни им палку куда-нибудь! Кто в бою? Время! Бой! Пошел, Тём! Покажи ему в крупорушку! Руби его, Тёма! Он когда бьет, Тёма, Тима пускает, даже не может! Тёма, руби, бля! Бей его, Тём! Ну что же, как и в предыдущем раунде, бой. Тёма, давай! Бой продолжается! Тёма! Боец из русского ордена зажимает Артёма у Ристалища. Идет борьба, вратов. Может ли боец из русского ордена произвести добивание? Или Артём заблокирует его? Акцентированный удар слева. Брейк. Бой, давай, Тём! Поруби его! Артём решил порубить Ристалище, но почему бы и нет? Дурак, это не он посчитал. Тёмыч, давай! Тём, давай! Руби его! Да похрен, руби его, не ссы! Вставай, Тём, вставай, сука! На колени и добивание. В этом раунде доминирует боец русского ордена. В этом бою побеждает боец Лазунов Андрей Владимирович.